сериал современный и геймер реальный. Виснешь часами в сетях социальных. Как же там новым не сбить тебя с толку? Чуть устарел, а меняешь недолго. Здесь есть девайсы по ценам приличным. Можно писать в них и в паблик, и в личку. Неважно, ты чикса, а может пацан. Все покупаем в ломбарде Титан. В ломбарде Титан. Получил в нос за попытку успокоить шумных соседей жилец дома по улице Циолковского. А началось все с вежливого замечания и просьбы. Мужчина попросил подвыпившую компанию не шуметь, но в ответ получил лишь порцию бранных слов. Затем он вызвал полицию, и молодые люди за это избили его. Детали конфликта выяснял наш корреспондент Павел Москвин. Увидев у своего подъезда полицейских, потерпевший Юрий радостно воскликнул. Здравствуйте. Алло. Они шумели на улице? Да, они шумели как раз под моим окошком, потому что окошко выходило во двор, и во двор это очень слышно. И вообще, я просто вышел, сделал замечание, но во-первых, я получил в лицо. По словам жильца, он и его знакомые никак не могли договориться с шумной компанией. Вызывали полицию и ранее, но крикуны от этого стали еще яростнее, устроили драку. Я захожу в свою квартиру, и они идут следом за нами. А мне что делать? Я нажимаю на балу. Они сваливают, потом орут под окнами и орут под дверью. Видимо, женщина вошла во вкус и хотела применить перцовый баллон на соседей, которого она спутала с одним из хулиганов. Ты упадешь, в клумбе, смотри, блядь, ты будешь, дура, веришь, нет? Давайте не будем выражаться. Ты, я знаю, где ты, блядь, ты живешь. Эй, да? Ты правда? Уберите. Что творите это тоже? А что мне угрожают? В это время на ее друга вновь напала шумная компания. И чё? Чё вы где? Задержанный Максим уверял, что какая-то незнакомая женщина устроила беспредел и брызнула ему перцовкой в лицо. Вот за что меня залили перцовкой, я не знаю. Я хотел спросить, за что начал со мной драться человек, и он меня залил перцовкой. Но я начал с ним драться. Тем временем потерпевший Юрий моделировал различные исходы этой драки. Выхожу я, допустим, да? Они сидят, 5 человек. Я выхожу с ножом. И меня так же садят, как обычно. Меня 6 лет назад так же посадили. По словам мужчины, он сам немного выпил, но в отличие от Максима и его друзей, он никому не мешал отдыхать. Да, я выпил, да. Но я выпил дома и никому не мешаю. Почему эти мне алкаши-то мешают? Почему они мне... Не мешают, зайди домой. Почему они жизнь вот так вот делают? Не реви. Не, ничего. Забыла реветь. Ну тут столько молодежи алкашей. Вообще это не продохнуть просто. Вы как-нибудь, родители, следите за своими... Как его сказать это? Детьми, да, тудым-сюдым. Юрий не стал писать заявление на своих обидчиков. Максима увезли в отдел полиции за мелкое хулиганство. Нельзя пить. Все, до свидания. Сергей Пичугин, Павел Москвин, место происшествия.